Бать, дай 5000 на пикап-тренера. Кто это? Учит соблазнять женщин. Пикап-тренер перед тобой. Пикап. Спрашивай. Чего хотят женщины? Чтоб как в фильме. Я нравлюсь женщинам. Амбивалентно. Как это? И да, и нет. А как сделать да? Лги. Женщины любят только богатых? Нытиков они точно не любят. Мне надо выглядеть стильно? Нет. А как же тогда... Это ложь. Надо тратить на девушку деньги. Они у тебя есть? Нет. Ну вот. Стоит выпить перед первым свиданием? Да. А если я буду нести херню? А ты в любом случае будешь нести херню. Ну да. А так хоть веселее. Дарить цветы? Да. А где их купить, чтобы... Купить? А, украсть в парке с клумбы? Позаимствовать. Это преступление? Если тебя поймают. А если не поймают? Романтика. Рассказывать о себе честно? Ни в коем случае. Но неискренность... Твой билет в трусики. В какой момент поцеловать? Когда боишься сильнее всего. Я всегда боюсь. Вот всегда и момент. Когда брать ее рукой... За сиську? За руку. Зачем? Ну... Романтичный момент. Не понимаю. Врать о своем сексуальном опыте. Да? Типа, у меня было примерно 50 женщин. Че, не? Не-не, нормально, она-то тебя не знает. Как сказать, что я безработный? Скажи, работаю над IT-проектом. Я в IT не шарю. Она тоже. А если шарит? Тогда ты лжец. Но ведь лжецам не дают. И если бы лжецам не давали, то результат давания лжецам не стоял бы сейчас передо мной и не говорил бы мне, что лжецам не дают. Спасибо, пап. Пошел пикапить. И охуенный отец. А те, кто поддерживает уенного батю на Бусти или Патреоне, там их ждет новая, 4-я серия «Мудрости уенного отца». Ссылки на все это в описании. Поддерживай батю и мудрей.